Катюш, скажи мне, пожалуйста, ты хотела бы найти клад? Ну, все эти истории про клады, это только в приключенческих книжках бывает. Ну, или в мультиках. Простоквашино мне сразу вспоминается. А вот и нет. Даже в наши дни есть романтики, которые не теряют надежды найти клад. Пока, правда, они еще не нашли, но уже ищут. С ними познакомилась наш рыбинский корреспондент Ольга Хромова. Денис и Дмитрий на берег Волги идут в свободное от работы время. Молодые люди ищут здесь маленькие и большие сокровища. Таких, как они, здесь много, и никого не пугает холодная вода. Некоторые даже используют запрещенную технику. Очень много. Ну, вот по этому берегу человек, мы вот где-то 10-то видели, в общем, всякое. А на том берегу вообще дофига. На том берегу каждый день с металлоискателем человек по 10-то проходит. Из-за обмеления Волги обнажились ее подводные потерянные богатства. И найти их может, в принципе, любой желающий. Были бы резиновые сапоги. По словам молодых людей, чего здесь только нет. Начиная от ценного железа и заканчивая старинными монетами. Вот там всякие николаевские, екатерининские. Какие павлушки еще есть, павлушки. А каких годов? 905-е, 800 какие-то есть. Там стекла плохо видно, 1800 точно. Стоимость таких находок может доходить до 40 тысяч рублей, но это касается только нумизматики. В различных судах, маленьких и побольше, много старинных предметов, стоимость которых может быть в разы больше. Сейчас мы это нашли вот лично в этом корабле, на самом дне, из-под чернил банка. Как ты определил, что это банка из-под чернил? Ну, я видел на фотографиях, даже у Пушкина такая банка стояла. На портрете. Цели у искателей разные. Одни топчут русло ради наживы, другие – из личного интереса. А кто-то ищет просто металлолом. Этот столетний корабль уже завтра будет разобран до основания. И даже старинный якорь отправят на переплавку. Килограмм 250. И что с ним можно сделать? Его можно так-то в музей Бурлаков у нас. Там-то он, мне кажется, очень сильно ценится для них, для музейщиков. А так они сейчас просто его на металлолом сдут и переплавят. Люди не увидят ничего вот этого. Откуда здесь взялись такие находки, объясняют рыбинские историки. 200 лет назад эта часть города была деловой зоной. Купцы совершали здесь сделки, обменивались грузами. А корабли в несколько рядов стояли по обеим берегам Волги. Это, скорее всего, вещи, оброненные из дырявых карманов или во время каких-то сделок. И так далее. Ну и то, что существует якоря, ну вы себе представьте, 200 лет, каждый год выстраиваются корабли, стоят там в течение всего летнего сезона, точнее не стоят, а сменяют друг друга. Естественно, за 200 лет что-то происходит, кто-то утонет, кто-то потеряет якорь и так далее. Денис и Дима мечтают найти здесь настоящую золотую монету, но червонцев еще не попадалось. Впрочем, кладоискатели не унывают. Скоро на улице станет теплее, а берега полностью освободятся от снега. Если не поднимется вода, друзья готовы исследовать рыбинский участок Волги вдоль и поперек.